Вы считаете себя феминисткой? Я думаю, что да, умеренный такой, от жизни. В хорошем смысле, да. Ну а что, это плохой термин, я считаю, что хороший для женщин, почему нет? Я не считаю себя феминисткой, я считаю себя активисткой просто. И вот отношусь к этому только таким образом, потому что никогда не буду цеплять на себя определенные какие-то лейблы. Я не могу сказать, что я такой человек, который будет поднимать только эту тематику. Ну, то есть для меня она там первостепенная какая-то будет важность иметь. Я думаю, нет. Я думаю, что я буду заниматься больше другими компаниями социальными, там, которые мне ближе, чем равенство мужчины и женщины. Я не являюсь феминисткой. Более того, мне не симпатично это движение. Я считаю, что всякое разделение человека по принципу пола неправильно.